Здарова, игроманьяки, с вами Джейсон и Фредди. Здарова. А это канал True Mania Games, и мы продолжаем Saints Row. Четыре. Так, и что нам надо поговорить с Кинзи? Че за нахрен? Начинает начало, все. Ой, начинает конец. Так быстро? Да. Надо, говорит, сохранить перед началом. У нас так все сохранено. Ну все. Значит, осиптить, да? А как же, мы Олега не воскресили. И Найтблэйд, кстати, погибли. Если кто-то из вас накосячит, я вырву вам яйца и скормлю их бешеным инсам. Вот так вот, да! Let's get this shit started, motherfuckers! И пусть дерьмо прольется по-русски. Here's the deal. You're gonna need three teams to help you defeat Zinyak. The first team will help you get the key into the mainframe. The second will help you overload the simulation. The final team will get you into the Zin mothership so you can get to Zinyak. Fair enough. Alright, figure out who you want to help with the key, and we can get you all loaded into the simulation. Что-то выбирать надо. Choose your team. Я выбираю... Блин... А я вот выбираю. Вот. Крутого и... А тут есть чисто команда ниггеров? Нет, ниггеров нет. Ну, короче, я вот это, мне вот этот старенький нравится. Джонни и ниггер. Ну, ты все за меня решил, мазапака. А, я могу отменить. Ладно, хрен, давай. Head back inside the simulation and the key will be waiting for you. Thanks, Kenzie. Zinyak won't know what's hit him. Входим в simulation. Вошел я в твою, капсула оказался своей. Правильно. Нефиг. Ибо нефиг. А я так хотел с тобой вместе засимулироваться. Боже мой, ты меня пугаешь. Не играй такие. Сейчас дестабилизируем матрицу, да? Climb on and make sure it doesn't get destroyed. Standard escort, I got it. Only if this fails, we could all die. Zero downer sometimes. I'm serious. If we screw this up, we won't get another shot at bringing down the simulation. We won't create an opening into the Zin mothership, and we won't be able to locate it. Нам нужно быть предельно аккуратными и осторожными. Ну конечно. As long as the key doesn't get destroyed, like I said. It won't get destroyed, I promise. It's just like my driving. Это господин президент. Огонь! Fire at will. How you holding up back there? Ride's a little bumpy. Oh sure, let's slow down and let the Zin catch up to us so the ride's a little more comfortable and safe. I wasn't criticizing, just saying. Полиция, да, это основные, кто нам противостоит здесь. Не считая танков и кучи инопланетян. Найс драйвинг, да. Конечно, мы даже ни разу не упали. Скорая помощь, бум! Как-то вы, ребята... Need any help back there? It isn't exciting enough for you up here with me? Yo, the boss is getting to blow shit up. Well, my biggest problem is avoiding bad road work. No, you're saving us from damaging this key thing. Oh, come on. What would Kinsey do? Unplug you while you sit here jacked into the simulation for ruining our only hope of stopping Zinyak? You wouldn't. Yes, you wouldn't.
Блин, надо этих самолетиков-то сбить все-таки каким-то образом. Да что они такие маневренные? Танки, ау! Это не танки еще пока. Пока не танки, это так? Это так. Легкая гвардия. Попал что ли? Или не ты? Они сами сдохли. Сами, они задолбались просто. Гранат нам тут кидает. Those assholes set up another roadblock. Полезли выше. Позишн. Терминатор, восстание машин. версия 2.0. Да что такое? О, попал. Сейчас я должен тоже попаду. Подожди, я попаду. Ау! Падал какая. Он догоняет. Упс. Понаставили здесь мостов. Да пипец. Там танки. Ха, ну они... пьяные. Ну-ка. Ну, твои. Блин, ты что такое? What the hell? What the hell? Hey, yo, what the hell? What the hell, да, я вижу свои мозги. You're going to have to use your telekinesis to get the key there. Don't worry, we'll get you. Эй! Зачем мне на голову это ронять? И чё? Куда? Куда? А-а-а, я побежал! Прикрывай меня! Давай, я горю и бегу. I believe I can hack through the shield. Он сейчас хакать будет. Yo, King and I got this. You just get that. А мы пока все тут убиваем, все что видим. Слушай, а музыка-то знакомая. Да-да-дам-да-дам-дам-дам. Ааа! Это было больно! Это был чертовски больно. Вообще какая-то... Ааа, творится-то какая-то. Беспредельщина. Да меня грохнут. Please do not rush me. Unless you would like the field to overload and electrocute you all. You mean us all? Only all of you would end up dead if it overloaded. I already shielded my exterior from the field's frequency before I began my hack. Hence, why it has taken me so long. Can I kill this floating piece of zin scrap later? Да, быстрее. Тут надо топтать и что только не делать, короче. Я горю. Yo, S and Fire. А, нет, я не горю. Я не горю. Отлично, отлично. О, гад, я горю. А вот я горю. Я не могу перезарядить эту грёбаную пушку, надо было скорость Да неужели? ХПшечка, ура! Так, большую штуку я сейчас хочу уничтожить. Она очень почему-то быстро ворочает своей головой. Большая штука уничтожена. Давай, беги. Что-то как-то... Как-то что? Как-то у меня телекинез закончился. Ха-ха, так его запихнул. Что-то походу не запихнул нифига. Все. Е-бай-ба. Че, с самого начала что? Да. Да? Doesn't anyone learn?
Танки, я понимаю, не реагируют, в принципе. Да, в них можно сесть. А-а-а, это вот они для чего стоят. Да. Чтобы в них сесть. Можно даже прокатиться. Ой, я упал. Далеко катиться, у меня платформа-то кончилась. Кончилась платформа? Я говорю, упал. Вот это ты упал, блин. Еще дорогу перегородил, молодец. Извините. Так получилось. Ну, это очень долго тут объезжать, это все дело. The server is protected by a force field. Correct. Так, ну я так думаю, сначала надо всех размочить, а потом уже продвигаться. I do not understand. Now you are just talking crazy. А что-то моя пушка не стреляет. Вот, теперь вы сюда. Блин, они очень неактивные. Размачивает-то. Так, где мои суперспособности? Пошла нахрен. Ну, это не серьезно. Вижу свободный танк. Дайте сесть. Тут эти холочки не дохнут. Что, помогает? Да, он нормально. I am coming for Опа. You, Zinyak. Today your simulations come to an end, and only I will remain. Excuse me. You mean we? Do not ruin this moment for me. Наш робот замечтался. Он уже спасает галактику. Ну да, такой забавный. Find the next. Ну все, что ли? Ну сейчас войдет уже вроде. Ты размочил все эти фигурины? Да. Размочил. Сейчас войдем, давай входи. У меня какая-то каша тут с музыкой. У меня вроде нормально. И? О да, детка, войди. That would be a good idea. Валим, да? Мяу. Remember, Steelport's breaking down inside the simulation right now. Whoever you take with, I should be able to open portals into their personal nightmares. But don't worry, whatever comes through will be on your side. Че за тим? Ну че этих задротов? Matt and I will be sure to have За задротов. All right, it's going to look a little weird in there. Нам теперь за каждую тиму надо, да? Enter the simulation. Зачем ты его домогаешься, братан? Я хотел прорваться к симуляции. К твоей. Через его задницу, что ли? Хотел прорваться. Слушай, ужасно, Джейсон. Я, конечно, негр, но не настолько. Йо. Йо, да. Не тех мы взяли, наверное. Надо было с Шанди и Нигером поприкольнее бы это все смотрел. Yeah. А так мы взяли Эмма Готажабу. Эмма Готажабу? Yeah. Точно, для стрельбы то нужны были бы другие ребята. Что надо делать-то? Go to portal location. Of that, I'm 99% positive. What about the other 1%? Just covering my bases in case something goes wrong. Я быстрее тебя, тупая железяка. Are those some sort of digital bomb? Those are simply parts of the simulation overloading. Nothing to be concerned about. Прыгал, прыгал, так и не допрыгал. Буду вручную всех выкидывать. Что тут за Армагеддон происходит? А! А ничего, суперспособность? Опа! Это я использую всякие способности. Опа! И лежит такой, опа! Matt, is there any way you can help Kinsey and speed
process. Not from in here. Kinsey will be fine. Right now we need your help with the fighting. Besides, you two are used to working like this. Actually, I usually never go to the field with Asha. Exciting, isn't it? Not the exact words I'd use. Я просто вышел вместе с пришельцем. Блин, их реально много. Что-то он у меня ничего не делает. Я хотел топнуть. Слушай, они ну, тупо тут трясутся и все, короче. Что нас делать-то? А, дефен. Дефен-то мы в легкую. Дефен-то у нас, да, хлебом не корми. Тут какая-то херня. А, эти монстры появились, короче. Пошел нахер отсюда. И улетел. 8 секунд. Он вернется сейчас, походу. Пошли вон! Роботы за нас вроде. Да пофигу, что нам портал надо. Что-то меня вообще глючит с матрицей, проблем какие. Либо с матрицей, либо у меня с видюхой. Да нет, вроде с матрицей, расслабься. Кластеры сейчас просто необходимы. Да. Ой, ничего себе, тут мужик с большой башкой. I'm not sure I want to see what's in the next portal. Oh, don't worry so much. А не понял, мы прошлую команду зачем собрали, если они даже не участвовали в наших играх? Так, для красоты. Oh, you ты уже там? Да, конечно. Это в полумертвом состоянии. Блин, высоковато. Да. Да блин. Okay, this is it. Start clearing the area. I think I figured that one out. I'm trying to be helpful, you know. Сливан! She's under a lot of pressure. Okay, I'm sorry. Ты продолжаешь выкидывать оттуда? Boom! Что-то у меня с КП. Проблема. Hold on, is this gonna be some bonding moment for the two of us? Well, not anymore. Я сильнее бью. Пойди собирать ХП. Я тоже хочу подлечить. Корабль жив. Где? Лабу. Ты все что ли? Походу. Ну это что было? Дезинтегрировал в задницу. Ты страшный человек. Или никто не говорил так? Да говорили. Причем все, кто умер на улице Вязов. Как же мы не боимся тебя, Фредди, уйди вон. Все так говорят. А, он здесь. О, да. Детка. Уйди отсюда. Он что-то не, тебя не послушал. Так, ну что, осталась-то секундочка. Я вхожу в него. А, ты входил? Я не успел. I have an army now, I'll be fine. Just make sure you follow the plan. Kinsey will get you to Zinyak, I'm sure of it. Thanks, man. I'm not too much fun. О, за нас Гарус, это ты? Зачем ты снес Гаруса? Похож. Finish that last sentence and you'll be missing a few limbs when you wake up. And don't worry, I'm linking this last one to someplace special. Воу! Щаб-да-ба-бум! Да, этот эффект, конечно, они добавили, могли что-нибудь поприкольнее сделать.
типа деформирующиеся здания, там еще что-нибудь. А тут просто эффект перегрева видюхи. Стамин кончился. А так вы бегаете в GTA. А так вы бегаете в Saints Row. Есть разница? Ни хрена она там как высоко. Я догнал грузовик и убрал его с дороги. Молодец какой. I'm here! Так понимаю, это было неудачно, да? Удачно, только я застрял в каких-то ящиках. Ну чё, кто последний, тот лох? Куда, чего? Наверх. Так я уже наверху. А, ты уже наверху, значит я лох. Чубазой! Проснулся. Ну как ты так быстро? Ты нажал на кнопку, что ли? На какую? Нет, никуда не нажимал. Сам. Своими большими нидерскими ногами. Как это? А вот я умер! Где ты умер? А где ты умер? Ну здрасте! Ты чё, не на платформе до сих пор? Нет. Пипец! А, платформа! Приехали! Это платформа, я-то на самый верх карабкаюсь. Я думаю, как он так залез быстро. Вот так вот. Я должен успеть, да, быстрее. Не, 6-5 не успей. Да, летит далеко. А чё сдох-то? А чё сдох? Они тут давай меня, блин, поп насиловать. И что? Ну всё. Я, говорит, на платформе, я думал, на самый верх. Как она высоко, говорит, я думал, на самый верх надо. О, ну хоть отсюда. Ой, тут наши парни, а я их убил. Молодец. Ну, ибо нет. Не говори. А что делаем-то? Дефенд порталов, это то же самое. Пошел нах. Old school дробаш, shotgun, motherfuckers. Они даже кого-то убивают, представляешь? Да ни хрена ж себе. Такой бы искусственный интеллект. Да, я даже не знаю, как играть. Блин, XCOM деклассифайд. Там активно стреляет. А, тут большая штука прилетела. Дезинтегрировал. Мне бы аптечечку. Ой, круто. Сколько еще? Минута? Угу. Без порталов даже как-то прикольно. Никто не идет. Да что? Тут корабль. Двадцать секунд. А-а-а, горячо. Три, два, один, пуст. You may want to get clear of the portal. No, really. Get clear of the portal. Что надо? Go to safety. О, нет! А, у нас союзник теперь, да? Hell yeah! Well,
it's working. The simulation is shutting down. And that's good. Провалить. Yes, except it's collapsing faster than anticipated. Куда валить? Куда валить? Mind will get trapped inside. So get moving. Shit, make sure the others get out too. Already done. They were both close to exits. Ты давай, ты низом, я верхом. Yeah. Закрыто. Дальше поехали. Другому, да. Ну, типа, тут понятно все. Они блокируют нам выход. Что-то мне это напоминает. Не матрица или случай? Ну, они заблокировали этот телефон, придется найти другой. Кто бы сомневался. Так все 2 минуты будем под бомбежку бегать. Стамина там, она не висит, но вы знаете. Да. Это нас так пол любит, да? Наверное. Ой, перелетел. Что такое? Что такое? Эррор. Critical error, да. Dancing shaking.